Нет, не забивает. Во вратарский угол мягко бить. Бессмысленно. Жаль, что Бильбао в атаке, скорее всего, мы не увидим. В меньшинстве, по-настоящему я имею в виду. Продолжает с тем временем наступление Леванта. Скидка в центр. И Борба 2-1. 2-1. Это гол и абсолютно заслуженный гол большими игроками Леванты, которые остались еще и в численном большинстве. Ведь ушел высокорослый центральный защитник. Замену совершенно разумно не делал Бьельса до перерыва, опустив туда Гурпеги, но перестроиться и всех перезакрыть не успели. Баски. Вот так вот. Жесткое наказание за глупую детскую, даже не ошибку, а какую-то нелепицу Эймерика Лапорта. Уже в первом тайме получил Бильбао.